стереотипы о кавказцах. Все думают, что мы кавказцы очень агрессивные люди. Кто так думает, мы что делаем? Все думают, что мы кавказцы ходим только толпой. Секундочку, ребята, я извиняюсь. Ты что сказал, а, Амбан? Ты что сказал? Я не знаю. Расправчики, его берут. Все думают, что мы кавказцы любим сидеть вот так. Не, ну это мы на улице так сидим. Ну что, давай еще чем-то удивим наших зрителей. А чем их тут удивлять? Все равно у всех в этом зале сложился один стереотип, что мы кавказцы все одинаковые. Да, мол, чур импульсивно. Да, и на некоторые вещи реагируем вот так. Девушка! Тебе сколько лет? 135. Ха, малолетка!